Звезда сериала «Друзья» попал на операционный стол. Одному из актеров сериала «Друзья» пришлось срочно сделать операцию. Сейчас звезда находится на реабилитации. Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме «Друзья», попал в операционную. Звезде требовалось хирургическое вмешательство в области желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили на сайте People. Операция прошла в Лос-Анджелесе. Перри устранили перфорацию желудочно-кишечного тракта. Сейчас актер находится на послеоперационной реабилитации. Актер передал свою благодарность за переживания фанатов и просит не вторгаться в его личную жизнь во время пребывания в больнице. Ранее папарацци подловили сильно поправившегося Джоя из «Друзей». В январе 2018 года фейковый трейлер продолжения «Друзей» стал хитом. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.